Ребят, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». У нас сейчас обед, вкусный обед. Мы тут смотрим новости. Да, или ужин. Нет, обед. Обед. У нас вот такой винегрет, целый тазик винегретика. Не тазик, а обычный салатничек. Для кого-то тазик, для кого-то обычный салатничек. Нормально все. «Пиратская жизнь». Забыли? Да-да-да. Так, короче. У нас обед перенесли. Да, короче, дело к ночи. Я тут смотрю новости, он, видишь, Эдварда Билла допрашивает. Ничего. Попался. Такой? Ну, это, короче, такой, знаешь, крутой, типа, блогер. Типа блогер. Типа они там хайпят, знаешь, типа гоняют был? На машинах, типа там всякие пранки и прочее. Типа был. Поймали. Отбегался, родной. Что-то на оперативных съемках это как-то не особо улыбается. Все, хватит. Они гоняют. Они гоняют, короче, по Москве. Типа, ну, тема, как с Марой Благодосарен. Они гоняют, типа, смотри, какие мы крутые. Там женщина одна, я не знаю, там, по-моему, ну, не умерла, по-моему, а что-то такое. Ну, он тебе показывает. 400 раз за 3 месяца у них были штрафы. Конкретно эта машина. Превышение скорости. Ну, они хайпанут с этим. Как вот этот вот хайпанул, который девушку-то избил, помнишь? Почему-то людей... Да, и попал, бля, последствия, да? Нет, почему-то людей все равно вот показывают, что человек говно. Да, но вот все равно люди не верят. Потому что люди и верят в это говно. Ну да, странно. Потому что в говне живут, наверное. Ну, хрен. Ну, честно, вот я вот лично против всех вот этих пранков, всей вот этой вот фигни. Потому что, реально, вот он гоняет, он ролик снимает, вот сколько... 5 машин пострадало. 5 машин. А сколько людей? Одна женщина вообще в тяжелом состоянии. Ради лайков, ради хайпа, ну тебе пипец. Убивать людей просто. Убивать. А ведь его же отмажут. Mm-mm. Полюбас отмажут. Не. Ну, типа, показательную порку что сделают? Да. Кто его отмажет? Ну, денег-то у него дофига. Ну чё? У них там рейтинги такие хорошие. А кто у него денег? Никто же не знает. Начнут копать логово. Ещё кто-нибудь. Ну, правильно, налогу там все прикрыто. Просто, понимаешь, у мужиков, у таких вот блогеров, у них уже просто башню сносит от безнаказанности. Ну, типа, они вот там сунули денег. А когда вот тут уже общественный резонанс, конечно, там уже хрен отмажешься. Там хрен отмажешься, да. Там уже показательная порка. Да. Типа, ну, никто же не мешает, типа, пожалуйста, снимайте, развлекайтесь, творите. Но, блин, нафига, чтобы люди остальные страдали? Мне кажется, это перебор. Не, знаю одного, кто тоже гоняет, но он гоняет, там все нормально, чинно, популярно. Они гоняют за бугордом по трассе, где нет машин. Ну, тут весь прикол, на МКАДе, там втопить. Между машинами, да. Короче, я против вот этой хрени. Сам убьешься, еще кому-нибудь убьешь. Ну да. Если свою жизнь жалко, то, блин, в конце концов, до жизни других. Ладно, если это влетит под КамАЗ, так ему надо тогда. Ну не так и надо, не надо так говорить. А вот если еще люди пострадают, то вот это уже жалко. Это обидно. Я против всех вот этих. Нет, есть пранки. Помнишь, я в ТикТоке тебе показывал? Парень-то прыгает, скачет-то. Вот он прикольно. Он как бы пранкует это все. Берет такой, раз и запрыгал как это. Раз. Это прикольно, это весело. Паркурщик, да. Паркур. Ну а тут-то, блин. А там показывали видеоролики, что он где-то, они там в каком-то этом. Короче, в сауне. Там женщина убирается. Он берет сзади, короче, пинделя, бля, она падает в бассейн. Типа это так смешно? Это типа так лайки? Это вообще жесть. А люди, конечно, с ума сходят. Слушай, поставьте мне дизлайки. Чем я когда-нибудь буду такую дичь творить ради вот этого.
Люди просто почувствовали безнаказанность. Да. И... Ну, тут показательные порки, и чем крупнее, тем их спустят на нашу грешную землю. Ну да. И как это не... Нифига не круто. Угу. Будут лайки собирать из-за решетки. Да, освещать тюремную жизнь. Угу. Просто смысл в том, что кому-то это интересно. Понимаешь? Кому-то это интересно. Ну, смотрят в основном подростки с неокрепшей психикой. Не только. Думаю, что подойти там, бабушку пнуть сзади, это нормально. Типа, это же так здорово. Угу. Попробуй сыр, он вкусный. Там сзади подходит дядя, пендель тебе дают. Попробуй сыр, очень вкусный. Слышишь меня? Попробуй. Симпатичный. Симпатичный Борис. Как тебе телятина? Какой-то не фарш, это уже прям как тесто, что ли. Сыр мне очень понравился, хороший. Он без плесени, так что можешь есть спокойно. Чем-то напоминает вот эту грушу, которую мы из Абхазии привозили. Лично фарш. Ну, попробую, как резинка. Это он с бывшей девушкой, что ли, пришел? Нормально, да. Пришел искать невесту с бывшей девушкой. Ну и что? Тебе кажется, нормально? Да. Здесь мясо, здесь нет даже этих. Ну, значит, фарш там прям вот там пастообразный. Мясо. Пастообразный. Ну, пастообразный. Его просто так замесили с молоком. И он становится такой при варке. Не знаю, вот тот фарш, который мы делали, он был другой абсолютно. А ты, блин, молока сколько не используешь? Да. Дело в том, что здесь на самом деле используется одна телятина. Это нежное мясо. Вов, ну попробуй сыр. Угу. Я тебя прошу, но он действительно вкусный. Угу. Я бы не стала резать, если он был невкусный. Попробуй. Пробуем. Не знаю. Мне кажется, самые вкусные пельмени это вот все-таки в отдохне. Mm-hmm. Они прям четкие. И мне еще эти понравились. Цезарь. Это действительно из телятины мясо. Mm-hmm. Общается уже хорошо. То есть он с бывшей девушкой пришел. И общается. Mm-hmm. Mm-hmm. Я бы с тобой не пошла тебе невесту искать. Мне кажется, перебор. Соус мало. Чувствую, у меня быстро закончится этот соус, потому что я его совсем ем. Ощущение, что перебашил с перчиком. Я? По-моему, вкусно. На мой вкус. В одном месте есть перец, а в другом нет. Ну, значит, ты как раз зачерпнул. А ты хочешь сказать, не вкусно? Почему? Просто я... Ты смотри, как он прокрасился. Размешивать надо. Я размешивала. Ты смотри, как он прокрасился классно. Он был, кстати, не такой красный. Я видел сегодня. Вот ничего человек не ценит. Я ему оставила тарелочку с салатиком. Говорит, покушай. С утреца. Ну, ничего. Ну, скушал? Скушал. И нифига не ценишь жену, которая тебе готовит еду. Еще денег не даешь. Чего? Все деньги отобрал. Ты у меня, да, с карты. Чтобы на всякие танечки не тратил.
Больше 500 тысяч. Угу. Миллион. Что ты мелочишься-то? У тебя же зарплата большая. Миллион! Вот ты спрашиваешь, сколько мы зарабатываем? Открываю секретную тайну. Миллион долларов в месяц. Угу. Да. Миллион, миллион долларов в США. Жизнь будет хороша. Хороша. Эдуан бесит, что я не забрала миллион долларов, да? Да. Угу. Копейки ты забрала? Что ты не тратишь на всякую хрень? Я не трачу. А уже бесится. Да-да-да. Ты тратишь. Угу. Сыр классный. Он еще мягенький такой. Попробуй. Слишком мягкий. Где ты вот так вот делал? Это груша. Сыр груша. Откуда? Из партии. Сырная корзина. Угу. Попробуй. Там просто разные были сыры. Угу. Это груша. А это груша, да. Юра, напоминает типа абхазскую грушу. Угу. МЧС России. На, он барбершопер. И шоу брейк. А, нет, парикмахер. В кабинете больше. Ну. С феном. Сушит волосы прям. С феном там прыгает. Это как вот этот вот. $500. Нормально тогда. С вас $500. Вов. Да. Не, главное так делать, чтобы вот у него, знаешь, вот, вот, вот так было. Вот, то есть по руке вот так вот цикл. С тебя $500. Вот я тебя забрала все деньги. Ребенок? Я тебе еще дам. Пришла мужу искать место. Тесто нежное. Чего? Там. И телятина. Телятина. По крайней мере, они вкуснее тех слипшихся. Которые были до этого. Ну, нормально. А, бывшая, заходи, вон там девчонка, когда 60 сидит. Угу. Это, наверное, так же сидит, ест. Кто? Наверное. Он говорит, с рисом, говорит, его едят. А вот еще упал. С каким рисом? Кого с рисом? А, соус-то? Да. С чем угодно, с мясом. С рыбой. С рисом. Салат. Ты отнес ему, да, соус-то? Салат. Угу. Да. Мне очень нравится. Я вчера, кстати, сардельку у тебя уперла. Я вижу там две, а не три. Прикинь. Печенька, да? О, сыр пробуешь. Ну и как? Никак. Ничего не пробую. Тебе кажется. А что жуешь? Примерку? Да. Кусная? Вкусная. Ну как пьёшь? Как? Всё, я уже проживал её. Угу. Мне понравился. Очень вкусный. Причём я когда резала, я думала, он там внутри там плотный такой. А видишь, полый оказался с дырочками. Что? Что? Что ты говорил? Должен быть такой. Ты прям стоишь. Наверное. Винегрет лучше всего. Обожаю соус. Хотя нам пишут, как-то, вон,
типа, винегрет не полезный, там все вообще сварено. Угу. Понятно, понятно. Ну что, извините меня, есть сейчас вот салаты из современных помидор или огурцов, которые, извините меня... Пластиковые? Да, нафиг надо. Выращенные под лампами. Угу. Это полезно. Нафиг надо. У них тоже ничего нет, если что. Капуста. Будешь капусту? Ой, я прям наелся. Хорошо. Вкуснота. Вкуснота. Вчера на весы встала. 112. В итоге, получается, я вообще не привела. Ну и ты практически тоже. Сколько у тебя? Полкило? Надо было после туалета тоже замерить. Я помню, кстати говоря, помнишь это? Мы после Таиланда туда приехали. Большая. 5 будушек. Таиланда потом съели. 5 будушек. Угу. Я помню, мы после Таиланда так набрали прилично. Ну, тут знаешь, нет. Почему? Почему? Какая разница в еде? В Турции и в Таиланде. Дефинная. Какая? Да. Там больше морепродукты ел. Ты типа с них толстеешь, что ли? Или это просто непривычная пища? Для нашего организма, да. В большом количестве. Очень непривычная пища. Ее быстро перерабатывают. Просто-напросто. Ее нужно есть много-много. И ты, естественно, ешь ее много. По сути, это чистый белок. В чистом виде. Все вот эти. Мидии, улитки, креветки. Чистый белок. Угу. И что? Плюс, как говорят в районе, меньше ешьте ветка. Особенно большие, которые. Они дают очень много жира. Жира? Который остается именно на сосудах. Mm-hmm. Да. По крайней мере, так врач мне сказал. Ну, по крайней мере, я помню, что после Таиланда мы так поправились. Да. Мы килограмм по 6 привезли. Нет. Ну, я 6 привезла тогда. Килограмм 3. Я почти 120 была после Пхукета. Mm-hmm. Потом, блин, через несколько недель скинул. Да. У меня в норму вес вошел. Не, у тебя просто перестал поступать в белок в чистом виде. А тут вот на пхуке антифону в Турции еле-еле-еле-еле. Три раза в день. Немножко тут это то же самое, что у нас. Но только очень много клетчатки. Потому что из-за этого? Да. Может быть. Пища-то та же. Что у нас летом. Mm-hmm. Ну да, в принципе. Те же овощи. То есть они когда даже мясо делают, они с овощами, с баклажанами, совсем ко всем. Да, так же. Тут просто. Может быть, и есть доля истины в твоих словах. Чем я больше уверен, что, скорее всего, мясо делают так. Мы это делаем. Рисами. Mm-hmm. Знаешь как? Нарезаешь на гуляш, противень смазываешь, выкладываешь мясо. Я там еще ставлю. Угу. Разогреваешь духовку до 220 и в духовку там на 10 минут. Слушай, ну я там и сладости сколько трескала. А ведь ничего не привезла. Сладости, они... Что такое сладость? Большинство как бы сейчас используют, это мало кто использует сахар. В Турции то же самое. Но за счет чего угла сладкое. Фруктоза. Раз. Сахароза там еще какие-то эти есть. Вот. Они же в основном на все сладости добавляют мед. Кстати, да, скорее всего, может из-за этого. А мед, он быстро усваивается организмом. Тем более, если, скажем, есть такие проблемы, как вот, не, считают, да,
Быстро усваивается, мах. Я вчера раз это разговоры, короче, с Мишаней, там мама у него это разговор, короче. Вот. И она говорит, что у них умер родственник после прививки родственника. 46 лет. А знаете от чего? Тромб оторвался. На шестой день. Да. То есть первый сделал. Там же через 10 дней и это делать еще одну. Я не знаю. Через 10 дней. Брони тромб оторвался. Ну, значит, у него был бы организм тромб. И как она сказала, что, скорее всего, нельзя вот эти прививки делать тех, у кого то всякие проблемы со тромбами. То есть тебе, по сути, нельзя. Нужно, прежде чем делать эту прививку, все говорят, даже врачи, нужно полностью обследоваться. А уже потом, говорит, идти делать эту вакцину. Так вот. Нужно обследоваться. Нужно сделать анализ крови общий. Сделал там то, все, пятое, десятое. Проверить сердце, давление, уровень сахара и так далее, и так далее. Потому что как будто она действует у тебя на организм, никто не знает. Это лотерея. Это как вот ты заболел ковидом. А что такое вакцина? Это и есть ковид. Тебе, по сути, ну, просто это там уже мертвые клетки, да? Ну, типа, да. Или ослабленные. И там уже лотерея пошла. Знаешь, он, который делал старшую смену, он говорит, я говорит, два дня, у меня просто была температура. Так, 37,5. И что самое главное, везде ломит, мышцы ломит. Ну давай, двигай. Вот. Вот он сделал, когда первое эту сделал, и вот такие ощущения были. Понятно. Ну, я не знаю, делать, не делать. Ну, как вот она говорит, кстати говоря, сейчас вот для таких, которые переболели, у которых, ну, снизились вот эти вот показатели, сделали этот спутник Лайт. Типа, достаточно одного. Спутник Лайт, сейчас это, кстати, рекомендуют детям до 14. От 14, вернее. Детям от 14? Угу. Делать. Правильно врачи говорят. Прежде чем делать вакцину, нужно обследоваться полностью. Ну, это понятно, да. Выявить те проблемы, которые, на которые могут оказаться стремление. Вообще противопоказано тем делать, у кого гипертония раз, уже нельзя делать. Угу. Потому что взлетает давление у них аж 235. А что такое давление 235? Если ты не блин, чувствовал 180, то ты не ну, поймешь. Вот у меня, вот я вроде полная, да, но у меня давление-то хорошее, у меня 120 на 80. И сахар я проверяла. Да, конечно, у меня, грубо говоря, на верхней границе, но тем не менее, у меня за пределы никогда не выходил. У тебя другое немножко, у тебя, как тебе врач сказал, у тебя очень много. Ну да, этого самого. Тоже сахар убивает. Инсулина. Да, переизбыток. Так вот. Ну это тоже минус. Ну, да. Потому что я когда первый раз пятый лежал, там мужик, у него тоже было переизбыток инсулина. Он говорит, дело в том, что в организме присутствуют клетки, которые вырабатывают его. И если он будет так сильно вырабатывать, то эти клетки истощатся. То есть они не восполняются. Там. Ой, да понятное дело, что я не просто так помню. Потом рано или поздно наступит сахарный. Да, так да. Вот. Я сладкое-то особо не ем. Я так это, немножко в охотку, то и все. Ну просто есть вот люди, которые прям без сладкого вообще жить не могут. У них обязательно какая-нибудь конфеточка, какая-нибудь там шоколадочка. Некоторые скажем, тортичек. Да, в течение дня постоянно. Конфетки жуют. Шоколадки там, да. Не, мы-то не едим. Так, в таких количествах. Не, мы едим, но не в таких количествах. Я вообще сладко не ем. А, да, конечно, ты сладко не ешь. Нет. Где шоколадку я? Тебе дашь, что съешь. О, раз мы в кино съем. Сидели. Чего я там съел? Орешки? Да. Это не сладкое. А шоколадку? Шоколадку я не ел. Ты не ел шоколадку? Чего ты пиздишь? Нет. Ты же белую шоколадку ел, я же тебе вот так просил. Я же отказывался. Ты же отказывался, а потом брал.
белочка. Ну, не изначально, но ты же ел его. Я три кусочка съел, что там вообще? Ну, там такие кусочки были, там шоколадка-то была вот такая вот. Мизерная. И поломала я ее на четыре кусочка. Три из которых съел ты. Там шоколадка-то была, вот. Вот, да, это вот, и я как раз на четыре кусочка поделила. Что там ее есть? А ты как сказал, сколько ты кусочек съел? Три? Два. А, уже два? Два я съел, не три. Сейчас тебе напишут, что ты врешь. Конечно. Тебе тайм-код поставят. Да, да. Что ты где-то сказал три. Да-да-да, пускай поставят. Да? Там вообще темно было, я не знаю, что там мне подсовывало. Может, мышьяк вообще. Да, конечно, да-да-да. Медленного действия. Да, конечно, да-да-да. О, какая красивая. Ну, худая. Пипец. Угу. Слушай, тут вон это, Ивлев-то, короче, женился на это, молодой. Ничего. Молодой, красивый. Да-да-да. Прям такая любовь, такая любовь. Я почитала комментарии, все стебутся. Там все поголовно. Никто не верит в эту любовь. Развелся, кстати, с предыдущей женой. Слышь, она с жопой идет. Чего даже? Гляди, он тот дом уже почти не видно крышу. А за ним вообще дом не, блин, видать. Ну, туман, да, что-то хоть. Туман. Плохо. Сейчас туман будет видимость. Цены подскочат. Ну, знаешь, такси. Поедешь на общественном транспорте. Нефиг поеживать. Он сыр съешь. Ой. Ладно. Все, ребятки, будем заканчивать. Пошли мы дальше. Вот. Сейчас надо пойти куда-нибудь прогуляться. Да. Там, кстати, я посмотрела, там есть этот свинина, окорок. Кусок небольшой. Ну что? Ну тебе на работу надо что-то готовить. Сок надо как-нибудь. А, кстати, галешки ты хотел свои сделать. Барани. Дорого. Перец. Помидоры есть. Перца нет. Перца много купить. Кинзу. И картошку. Там их, а там они маленькие, как раз на маленькую кастрюлю. Все это крупно. Все это крупно. Ой, только давай не мультиварки, ладно? Нет, крупно вальцы. Только давай не мультиварки. Давай. Хорошо? Вот обычно черная кастрюлька тебе хватит. Все. Договорились? Да, вообще прям нечего делать. Один перец. Помидор там есть. Два. Красные. Две, три помидорки и две средние картошки. Ну все, все, Вован обещает. Бычок это кинзы. Вован обещает сделать нам завтра шурпу. Вот так. Ну или типа что-то это. Ну что-то типа, да. Типа бараний шурпу. Суп, короче, будет. Да, бараний суп по-пиратски от Вована в трусах. Это же козырнешь. Но они сейчас новенькие, красивенькие. Новенькие, из новой коллекции. А что там написано? А что там написано, увидите, если посмотрите нас... Будущие выпуски, да. Я обязательно за вас засниму. Ладно, всем спасибо, всем пока. Крупно. Спасибо, что с нами покушали. Крупно снимешь? Все крупно сниму. У тебя там, тебе не надо крупно снимать, а так все крупное. Ладно, всем спасибо, всем пока, увидимся. Пока-пока.